В Великом Новгороде на заводе, который относится к группе компаний «Акрон», одном из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, сегодня запустили новый цех «Аммиак-4». В церемонии принял участие президент. Владимир Путин находится в регионе с рабочей поездкой. «Аммиак-4» – это один из крупнейших инвестиционных проектов на российских производственных площадках. Работа предприятия позволит значительно увеличить выпуск азотных удобрений. Предусмотрено, что цех будет производить 700 тысяч тонн аммиака в год. Глава государства предложил вместе с ним нажать кнопку старта и тем, кто трудился над проектом. Агрегат готов к пуску в промышленную эксплуатацию. Руководитель проекта Кросовский. Спасибо. Во время посещения «Акрона» в режиме видеоконференции президент принял участие и в церемонии вывода на проектную мощность другой производственной площадки объединения – горно-обогатительного комбината «Оленьи ручей» в Мурманской области. Там добывают редкоземельные металлы. Позже перспективы развития производства и применения редкоземельных металлов стали темой совещания, которое провел Владимир Путин. Глава государства отметил, что несмотря на падение цен на мировом рынке, у отрасли хорошие перспективы. Вместе с тем и в этих условиях на рынке открываются дополнительные возможности. Появляются новые области применения редкоземельных металлов. В российской экономике запускаются процессы импортозамещения. Важно учитывать, конечно, и эти тенденции, оценивать перспективы отрасли на горизонте в 5-10 и более лет. Отталкиваясь от этого, формировать инвестиционные программы. Нужно определить приоритетные сегменты для бизнеса в сфере редкоземельных металлов, где российские предприятия могут быть в полной мере конкурентоспособными и успешными.